Здорово всем, ребят. Сегодня у нас на обзоре бой из больших танков. Карта Redshare, а танк AMX-30B. Французская СТ. И посмотрим, что нам Бейтс покажет. Ну а пока идет отсчет до начала боя, поблагодарю всех за лайки, подписки, комментарии, за то, что вы присылаете свои бои. Кто это вообще не сделал, это фатальная ошибка. Всего лишь нужно потратить 2 секундочки для того, чтобы исправить эту ошибку. И не забываем проверить колокольчик. Вот этот маленький колокол, но для меня он очень огромный колокол и важность имеет, так как вы не пропускаете выхода видео и контента с канала. Так, вроде выговорился. Ну что? Ну тут, в принципе, ну разъезд, понятное дело. Сейчас боец под горочку туда должен к тому огромному дереву подкатить. Не забываем, пока смотрим реплей, наслаждаемся. Готовим себе кофеечек, чаечек, может кто покрепче. Так, ну да, вот как я и сказал. И что, тут кто-то будет? Па. Так, у вас уже есть. У вас 111 уже хорошо. А еще? Опа, и гвардеец появился. Угу. Ну, в принципе, на том фланге есть, на том, по центру тоже есть. Все, пока идет все... уверенно и нормально. Ух, у вас зона пуха. Уф. Красава какой. Давай, 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 давай. Оп. Почти. Почти, почти. Ух ты. Не, ну вазончик, вазончик, прекращай, прекращай. Вот так. Вот так. А если бы вот эта кастрюля французская была бы с левой стороны, вазик бы пробил бы как раз в кастрюлю. А так фартануло, что французы решили с правой стороны поставить кастрюлю эту. Травный пока хорошо. Хрен его знает, я бы, наверное, не выстрелил, так как я даже не видел гвардейца. Ну, это я. Опа, пацанва подкатила. Ну, тут надо наваливать. Есть, хорошо. О, АМБТшка погнал. Есть. Так, ну все, тут надо по-любому. У, еще и с поджогом. Ай, хорошо. Во, видите, вот пацаны сразу подкатили, и все. Ух ты. Французский вертухай. Хорошо было. Ну, что я говорил? Вот пацаны только подкатили, и все, и сразу двоих, раз, два, и все. А так вот это можно было, блин, взад-вперед можно было вытворять очень-очень долго, и до конца боя можно было этой херней заниматься. Так, давай, давай, давай. Я бы подождался. Полсекундочки. Ну, хрен с ним. Полсекундочки я бы все-таки подождал, и Леха бы чуть ближе выехал бы. Можно было бы на Гуслянского его поставить. Давай, давай, давай. Опа! Ай, хорошо, как по заказу прям. Как же хорошо. Счет 5-2, это вообще супер, это просто супер. Что ж такое, 5-3, ладно, все, все, все. Ты, Лёха, какой Лёха. Да все, Лёхи напхали. Напхали, можно ехать дальше. Давайте, 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 Т-10, Т-61, жмите его, прижмите Лёху. Е-е, прижали, красавцы. Так, ну что, теперь с Коброй можно чуть дальше продвигаться. Давай, 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 братуха. Вот тут где-то в кустах по-любому. Да, 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 вот там где-то тупит. Опа, Шкодыч. Шкода Т-50, а что такое? Успеет? Не успел. Вот тащусь-то, да, когда игроки, да, вот твоя тима просто работает по ассисту. Когда они смотрят на карту, они смотрят, не сидят вот это в прицеле, катаются такие же бухи какие-то, блин, потому что такой экран огромный, блин, ни хрена не видят в упор. А когда работают по... Тульзи Панзер, ты что тут заснул? Вот, вот смотрите, второй, да, второй танк, тупо по ассисту. Вот это красота. Потому что в моих случаях некоторые ребята, ну, это просто вообще атас. Это, я хрен знает, смотрят погоду, наверное, на телефоне, либо любуются красивой графикой, ну, еще какой-то херней, но только, блин, не смотрят, что происходит на карте, либо вообще в бою. Вот, раз, раз, все, ТВПхи нету. Это ж кайф, это наслаждение. Счет 10-4. Вот это уверенно. Вот это... Опа, АФВХ. За камнем стоит. Ну, он либо там контролит, либо АФК. Ну, далековато он, конечно, тупит здесь. Походу АФК. Это... А, это по нему стрельнули, да? То я думал, зашевелился. Не-не, АФК все-таки. Ну, ничего, хорошо.
так, ну что. Вот мне нравится, быстро мы их сводится. Раз, два и четко. О, еще и задачу выполнил. Хорош вообще. Еще раз зачем. О, еще и добил. Хорошо. И стерва осталась последняя. Струс один. Все, нет стервы. Красота, что я могу сказать. Ну, а по итогу боя боец-красавчик и так держать ему. Наколотил 8 с лишним тысяч урона суммарно на свет плюс на стрел. Ну и на этом все. Всем спасибо и пока.